Доброго пятничного утра. Это программа «Твой островец», студия Дмитрий Королевич. Коротко о главном. 80-летие Гродненщины. Историю и современность региона обсудили на диалоговой площадке. Умная традиция. Работники Белорусской атомной электростанции встретились на очередном квизе, посвященном Дню знаний. Помощь особенным детям. Островецкой ЦРКБ при поддержке Красного Креста запустили благотворительный проект. Не за горами холод. Рейдовые группы помогают сельчанам подготовиться к отопительному сезону. Страна под сильным циклоном. Отряду спецназа войсковой части 74-34 исполнился год со дня образования. То, что нас объединяет, в Островце состоялся премьерный показ фильма «Культурный код». Важная победа. ФК «Островец» на выезде обыграл Лидскую команду. День образования Гродненской области. В этом году 4-му региону страны исполнилось 80 лет. В Островце по этому случаю прошли праздничные мероприятия. Таким стала и диалоговая площадка. Каменные остатки от топора. Гродненщина. История многолетняя и богатая. Так назвали это событие организаторы, работники районной библиотеки. Оно прошло в многофункциональном культурном комплексе с участием школьников и педагогов, представителей общественности и военных. Как следует из названия, начался открытый диалог с урока истории. 80 лет – возраст небольшой в масштабах области. Но если начинать отсчет от первого упоминания об административном центре региона, то складывается очень древняя и интересная картина. Одному из самых красивых городов Беларуси 896 лет. Таинственный и прекрасный Неман, старинные кварталы, замки и костелы. Гродно сегодня словно музей под открытым небом. Наш регион богат своей историей. Все дело в том, что все начиналось еще буквально 1000 лет назад, когда возникли первые самостоятельные независимые княжества в городе Гродно, в городе Новогрудки, в городе Слонями. Ну и, соответственно, позже, уже в составе Великого княжества Литовского, наши земли стали центральным ядром существования нашего государства. Позже в Речи Посполитой каждый третий сейм точно так же проходил в городе Гродно, что говорит о огромном его культурном и политическом влиянии. Даже позже в составе Российской империи наши земли не затерялись. В 1801 году была создана Гродненская губерния, которая на долгие годы включила в состав себя наши приниманские земли. 20 век тоже был богат своей историей. Мы были дважды под оккупацией немецкими войсками, под польской оккупацией, но все закончилось для нас счастливо, потому что после освобождения от немецко-фашистских захватчиков мы смогли построить сильный независимый регион, который славится на всей политической карте нашего мира. Настоящей жемчужиной Беларуси Гродненщину назвал и президент. 17 районов, более 900 тысяч жителей. Да, территориально это самый маленький регион страны, но его потенциал без преувеличения можно назвать самым богатым. Культура, экономика, сельское хозяйство. Сегодня в список важнейших достижений добавилась и атомная энергетика. Но чтобы все это сохранить и приумножить, нужно понимать и помнить, какой ценой прекрасный Приниманский край достиг всего этого. Мне кажется, очень важно проводить такие диалоговые площадки с молодежью, чтобы все помнили историю нашей области, в принципе, нашего государства, ну и, в принципе, нашего города. Вот. Мне кажется, из этой диалоговой площадки каждый будет нести с собой новые знания и будет их рассказывать в дальнейшем. И благодаря вот таким диалоговым площадкам наше будущее, так сказать, дети, наше будущее поколение никогда не забудет историю нашей области. Кстати, о том, как прошла диалоговая площадка. Может показаться, что это был обычный урок истории и школьной программы, но спешу заверить, нет. Интересное повествование, новые факты вперемешку с яркими слайдами. Мероприятие получилось действительно особенным. Здесь же работники библиотеки развернули книжную выставку, посвященную 80-летию Гродненщины. Как бы стратегично и прогрессивно время для контраста показал и стеллаж с фото до и после знаковых мест Островца. Мероприятие превзошло все ожидания и своим финалом. Работники культуры подарили гостям праздничный концерт. На сцену вышли артисты из разных уголков района, взрослые и юные, чтобы в своих песнях еще раз показать неповторимые традиции и богатую историю нашего родного края. Отдохнули от работы и блеснули умом. Работники Белорусской атомной электростанции провели интеллектуальный конкурс, посвященный Дню знаний. Подробности в сюжете.
Мероприятие прошло в многофункциональном культурном комплексе в четверг. Квиз – это инициатива работающей молодежи. И реализуется проект относительно недавно, но уже зарекомендовал себя, чтобы стать традиционным ежегодным событием. Акцент по задумке на молодежь, на деле никаких ограничений по возрасту. Главное – желание, и желающих много. Если на старте играло чуть более десятка команд, то уже на пятую по счету игру понадобилось почти три десятка столов, чтобы разместить всех желающих побороться за звание самых эрудированных. Темой для мозгового штурма стал День знаний. И, кстати говоря, креативный подход – тоже уникальность атомного квиза. Организаторы умеют удивлять. Мы делали киноквиз, мы делали музыкальный квиз и новогодний квиз, связанный с Днем энергетики еще. То есть новогодний день энергетики. Вот такой вот. Сейчас мы решили, что вот 1 сентября, достаточно День знаний, это важно, и мы решили вот всех окунуть в детство, как они приходили в школу. Вот, если посмотреть, многие пришли с банты надели, да, кто-то с тубусом, кто-то еще что-то, дневники взяли, мы вообще рады, мы просим их всегда приходить в тематике. Вот они нам тоже помогают делать этот антураж. Как дети в школу, на игру пришли химики, ядерщики, реакторщики, лаборанты, электрики, программисты. Проще назвать специальность представителя, которой нету на квизе. Для некоторых это первый опыт. Большинство участников в интеллектуальных баталиях не новички, но эмоции все равно зашкаливают. Первый квиз был, там команд 10 было 9. Сейчас целый зал команд. Ну, как опытный участник квиза, да? Ну, это риторический вопрос, но твое мнение важно. Что они дают? Что это тимбилдинг, что это? Блин, мозговой штурм, во-первых, вы собираетесь с людьми, которые иногда вы не знаете даже, вас собирают. Вы знакомитесь, общаетесь, после этого продолжаете дальше общаться всегда. Ну и как бы для работы это полезно, потому что вы потом в будущем узнаете уже друг друга. Очень нравится на квизе. Приходим уже не первый год. Интересные вопросы, прекрасная атмосфера. И здорово окунуться обратно в школьные года и вспомнить все, что вы учили в школе. В квизе участвую не первый раз. Всегда приходим сюда за эмоциями, чтобы весело провести время, а также узнать много нового и интересного. Я второй раз на таком мероприятии. Первый был, это мой опыт, музыкальный квиз. Я была в восторге. Я знала, что я продолжу сюда ходить. И даже в прошлом музыкальном квизе сказала, что я буду помогать. Зовите, я готова. Атмосфера классная, потому что сотрудники все наши. Мы одна большая семья в любом случае. Все знакомы, все приходят, все поговорят, все посмеются. И вопросы, которые нам готовят, и ведущая наша прекрасная Яночка. Мы ее все обожаем, поэтому это классное мероприятие. Очень здорово, что наше руководство поддерживает такие мероприятия. Это прям очень прекрасно, что мы можем отдохнуть внутри коллектива, большого коллектива достаточно. Руководство атомной станции всеми руками за подобные форматы корпоративного отдыха. В этот раз поддержать свой коллектив гендиректор пришел и лично. Ну, наверное, самое важное, что им это интересно. Мы видим, насколько подвижны энергетики, атомщики. И это очень здорово, что люди сегодня после работы не пошли домой, не сели возле телевизора либо интернета. Сегодня здесь общаются между собой. И на самом деле, то есть... Я хочу сказать, что у нас на станции работает очень хорошая молодежь, очень умная молодежь. И это тоже своего рода выход эмоций, энергии. Но это очень круто, это очень интересно. Поэтому я сижу вот вместе с командой, отвечаю на вопросы со своими партнерами здесь. Поэтому это очень здорово. Словом, главное участие, но и без победителей конкурс не прошел. Главный приз забрали свидетели Пифагора. На втором месте расположился Уроборос. Замкнули тройку лидеров игроки из команды «Сила в правде». Все призеры интеллектуальной игры получили грамоты и ценные подарки. Качественная медицинская помощь с рождения. В Островце планируют расширить возможности реабилитации детей, у которых есть отклонения в развитии или риск по здоровью. Это благотворительный проект районной клинической больницы при поддержке Белорусского Красного Креста. Подробности в сюжете. Реабилитацией особенных детей островецкие медики занимаются давно на базе еще специализированного отделения. Практически с открытия клинической больницы оно выросло до центра раннего вмешательства, который работает на 3 района. Ребенок не умеет ползать, не встает на ноги или родился с отклонениями. Помогают все. За поиск источника проблемы и грамотно назначенное лечение отвечает целый штат узких специалистов – неврологи, реабилитологи, психологи, дефектологи. При этом лечат без каких-либо лекарств и таблеток. От патологии развития детей со самого рождения
рождения до 3 лет избавляют с помощью современных сенсорных и двигательных методик. И многое через игру, тот случай, когда поход к врачу точно не будет скучно. Работают врачи центра и с родителями, чтобы они уже дома могли закреплять успехи. Реабилитация – сложный и многогранный процесс, и пришла пора вывести его на новый уровень. Медики пришли к выводу, что одного лишь раннего вмешательства в этой работе недостаточно. В зависимости от характера и степени проявления болезни, особенно дети нуждаются в профессиональном лечении и в последующие годы. Поэтому принято решение перепрофилироваться в детский реабилитационный центр, который позволит задействовать те ресурсы нашего лечебного учреждения, то есть физиотерапию, педиатрию, психологов, реабилитологов, так и привлечь новые силы в виде логопедов, проведения аппаратного лечения. На данный момент у нас налажено эффективное взаимодействие как с государственными учреждениями здравоохранения, имеющими опыт в реабилитации детей, так и с частными центрами, которые, в общем-то, оказывают нам помощь, в том числе подготовки специалистов. На данный момент проходит обучение, дистанционное обучение наши врачи функциональной диагностики по выполнению электроэнцефалографии. Проходит обучение психолог для работы как с детками, так и с их родителями. И мы в дальнейшем планируем развивать это направление. Одним из современных направлений аппаратного лечения является аппарат биоакустической коррекции. Это современное направление, которое позволяет получить доказанный положительный результат именно у этих деток. Стоимость данного оборудования составляет порядка 36 тысяч белорусских рублей. Поэтому мы планируем в рамках привлечения дополнительных средств приобретения данного оборудования для того, чтобы наш детский реабилитационный центр работал максимально эффективно. Пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем жителям нашего района, принять активное участие в сборе средств для приобретения данного оборудования для того, чтобы мы могли эффективно проводить реабилитацию деток и получать очень хороший эффект. В районе, по данным больницы, более 700 детей, нуждающихся в реабилитационном лечении. Но, по мнению медиков, эта цифра, скорее всего, гораздо больше. А потому в центре готовы оказать всестороннюю помощь, в том числе психологическую и родителям. Ведь когда малыш нездоров, именно взрослый должен сначала это понять и принять, а затем научиться грамотно растить такого ребенка. И чем раньше ему будет оказана квалифицированная медпомощь, тем выше шанс на выздоровление. Тенем он синей легкой стушкой, плыве по грудзинской земле, где працу славят спевом птушки, мосты злучают бераги. Тут на полях весной и улетку старанна техника шумить, дали мы проткам обяцанне родиму хлебом накормить. Коли живешь с повагой у сердца, до мирной працы и жнива, тебе отсвяткавать дажинки мы запрашаем у мостах. Погода в этом году, конечно, как по заказу. Лето как будто и не уходило. Сентябрь, по крайней мере, днем действительно удивляет. Но, как говорится, все хорошее рано или поздно заканчивается. Придут дожди, холода, а там, глядишь, не за горами уже снег и морозы. В этом, конечно, нет ничего необычного или плохого. Все это и к тому, что нужно быть готовым к приходу более суровых пор года. И, в первую очередь, без происшествий провести предстоящий отопительный сезон. С миссией помочь и предупредить об опасности в гости к жителям сельских советов уже отправились и смотровые комиссии. Такие осенние рейды – неизменная традиция в рамках масштабной противопожарной акции МЧС «За безопасность вместе». В составе смотровых групп – спасатели, энергогазнадзор, милиция, медики, социальные работники и представители местной власти. Отопительный сезон – настоящий экзамен для заинтересованных служб и структур по предотвращению гибели людей. Проверяют все до мелочей, начиная от проснувшихся после летней спячки печей и дымоходов, заканчивая электропроводкой. С наступлением холодов нагрузка на них в разы увеличивается. Следят во время рейдов и за установкой автономных пожарных извещателей. Такую тотальную инспекцию проходят все частные дома. Особое внимание жильцам из группы риска, одиноким пенсионерам, многодетным семьям и людям, ведущим асоциальный образ жизни. Курение в нетрезвом виде – основная причина, по которой беспечные каждый год остаются без жилья и лишний раз испытывают судьбу. Беларусь под сильным циклоном. Одноименному спецподразделению, которое возникло на базе войсковой части 7434 внутренних войск МВД, исполнился год со дня образования. Как прошло это время и на что способны бойцы спецназа, смотрите в нашем видеоролике.
Сегодня министром культуры принято решение о формировании дополнительных подразделений специального назначения на опасных направлениях в приграничье и, конечно, где у нас располагаются стратегические особо важные объекты. Поэтому наш батальон, который охраняет белорусскую атомную электростанцию, преобразован в настоящее время в батальон специального назначения. Отряд был сформирован 1 сентября 2023 года. Сам процесс становления и формирования отряда – это кропотливый и тяжелый труд. Благодаря нашему командующему мы вообще стали существовать. Это идея нашего командующего, начальника штаба войск. Современные реалии, современная военно-политическая обстановка в мире нам диктует свои правила. И мы должны молниеносно реагировать на все те угрозы, которые могут появиться в нашем государстве. Наша задача, она вся, она едина у всего отряда. У нас есть объект, он самый главный, у нас один единственный такой на Республике Беларусь, поэтому мы выполняем задачи по охране данного объекта. Что касается второстепенных задач, мы ведем взаимодействие, работу совместно с Госпогранкомитетом, работу с Министерством внутренних дел, соответственно, с нашим островецким РВД, соседними городами ближайшими. Но также у нас такое месторасположение, мы находимся на границе, так сказать, на данный момент не буду заявлять, что не дружное государство, но все же собирают там свои силы какие-то непонятные, вот, и работаем в этом направлении. Отбор подразделения «Циклон» – это достаточно серьезный процесс, не каждый попадает к нам, потому что, опять-таки, широкий спектр боевых задач, и не каждый может их по своим морально-деловым, физическим качествам выполнить. Каждый кандидат проходит первое – это спецпроверку, второе – собеседование, ну и, конечно, сдача контрольно-проверочного занятия, где кандидат должен показать высокие физические качества. Также работают непосредственно психологи с данным кандидатом, выявляя его какие-то определенные особенности личности. Боевая подготовка проводится в отряде ежедневно. В неделю первые два дня идет одиночная боевая подготовка, то есть каждый командир группы занимается со своими бойцами и именно в плане одиночной подготовки. Второй, третий день уже идет, отрабатывается какая-то тема в составе группы целым, то есть подразделением. И пятый день уже идет по нарастающей, уже в составе отряда отрабатывается определенный вопрос. За год этот было проведено очень много разных сборов. Отдельно военнослужащие выезжали, в составе групп каких-то выезжали на сборы. И по подготовке операторов УБЛА, и тех же самых дронов «Камикадзе», и экипажи боевых машин ездили. Также недавно, в июне месяце, весь отряд убывал на боевое слаживание. Целый месяц мы жили все вместе вставали, все вместе занимались, все вместе и физической зарядкой занимались, и физической подготовкой занимались, и самой боевой подготовкой, тактикой, специальной подготовкой. И там очень сильно проявилось это, ну, товарищество, именно работа уже в составе самого отряда. И да, мы гордимся больше, это как бы не на показуху идет куда-то там за пределы отряда, это уже внутри отряда, мы гордимся своими бойцами. Я как командир группы понимаю, что каждый боец, он готов отдать себя полностью для своего дела. Каждый боец, каждый командир, каждый начальник готов стать спиной для своего подчиненного, для своего товарища, брата, друга. В случае какой-то ситуации он не будет там бегать куда-то в сторону, отходить, он будет прикрывать, будет помогать. Вот по истечению уже года нам удалось стать именно вот этой дружной семьей. Мы как бы и наша служба и работа не ограничивается только стенами воинской части. Мы и за пределами воинской части общаемся, дружим, помогаем друг другу. Ну, это, конечно, дорогого стоит. Куда меня пошлют, я туда и пойду служить. И это как бы было всегда безоговорочно, я не отнекивался от этого всего. И служить разницы мне в Минске, либо же буду находиться в Остроце, Гомеле, Витебске, Бресте, это вообще, ну, разница не имеет никакого значения. То есть везде это вся родина, это все наша земля, и мы везде за ней постоим. Служить у нас несложно, если ты любишь свою работу, если ты готов
где-то пожертвовать своим личным временем, пожертвовать своими силами, даже не побоюсь этого слова здоровьем, потому что даже пройти то же квалификационное испытание на право ношения крапового берета – это определенный риск для здоровья. В отряде нашем было пополнение, плюс 2 обладателя крапового берета. Сейчас вот в сентябре месяце также будет проводиться испытание на право ношения крапового берета. Вот эти вот 2 обладателя, которые у нас появились еще, они, ну, подарили какую-то большую надежду там личному составу отряда. Сейчас уже на эти квалификационные испытания поедет больше людей. Соответственно, и к этому мы тоже готовимся. Вот чемпионат проводили по рукопашному бою в Островецкого района. Точно так же все первые, вторые места были получены нашими бойцами. И во внутренних войсках соревнования проводятся. И по стрельбе из табельного оружия, и по практической стрельбе, и там мы находимся на призовых местах. Одна из заповедей подразделения специального назначения – не стреми спецназ. Попал – гордись, не попал – радуйся. Ну, у нас бойцы все готовы к любым осложнениям обстановки и готовы стоять на рубеже защиты нашего Отечества до последней капли крови. Национальный банк Республики Беларусь и Ассоциация белорусских банков предупреждают об участившихся случаях телефонного мошенничества. Алло? Вас беспокоит служба безопасности вашего банка. По вашему счету замечена подозрительная операция. Ваши деньги в опасности. Что же мне делать? Помогите! Надо срочно заблокировать карту. Быстро назовите мне ее номер и CVV-код. Никому никогда не сообщайте конфиденциальные данные банковской карты. Никому никогда не сообщайте пароли и коды из SMS-сообщений. Не выполняйте действия с банковской картой по просьбе третьих лиц. Будьте бдительны, берегите себя и свои деньги. Во всех кинотеатрах страны 5 сентября в Беларуси стартовал показ фильма «Культурный код». На премьере в Островце побывала и наша съемочная группа. На премьерном показе совершенно нового фильма, снятого на белорусской киностудии «Беларусьфильм» молодым режиссером Кириллом Халецким. Фильм о важном для каждого белоруса собрал полный киноконцертный зал. Большая часть зрителей – молодежь, и, к слову говоря, это основная целевая аудитория, на которую рассчитывали создатели культурного кода – киностудия «Беларусьфильм». В течение чуть более получаса, и это тоже грамотно продуманный режиссерский ход, картина рассказывает о государственных символах нашей страны. В основе сюжета – действия 2 студентов Белорусской государственной академии искусств, оператора Вани и режиссера телевидения Лизы. Будущие выпускники трудятся над дипломной работой. Задание – снять документальный фильм про герб, флаг и гимн Беларуси. В процессе съемки герои не только узнают об истории и значении национальных символов, но и осознают всю их важность для белорусского народа. При просмотре фильма многие наверняка узнают известное место столицы, но самое главное – каждый белорус найдет и свой ответ на вопрос, в чем же состоит культурный код Беларуси. Один из культурных кодов – это вот сам характер белоруса. Ну а позже, если смотреть, много чего сюда наложилось, может тоже в том же самом контексте, это Великая Отечественная война, и мы как многострадальный народ, который шел до конца для того, чтобы совместно с нашими братьями, славянами, это тот же самый код, значит, когда душили врага в их логове. Дальше к культурному коду я бы отнес бы все то, вот что рядышком с нами, что мы иногда не ценим. И только выезжая куда-то далеко за пределы Беларуси, мы вдруг вспоминаем, что вот нам не хватает вот этих родных берез, нам не хватает того аиста в летнюю пору или на столбе, на кроне дерева где-то его гнездо, вот это вот ищешь глазами. Те же самые Полесские или Витебские болота, которыми дышит вся Европа. Мы этого иногда не замечаем, а это все наше. Это вот наше родное, и вот оно приводит к тому, что мы, белорусы, уникальная нация. А то, что сегодня в фильме показывали, вот как раз-то это символы, которые должны быть для нас, скажем, ну, определяющими на фоне всего мирового пространства. Я думаю, он отвечает полностью, 100% на все вопросы, которые может быть поставлены для себя внутренне. Даже с позиции, как я являюсь руководителем военно-патриотического воспитания и часто общаюсь с детьми насчет таких тем, как флаг,
гимн Республики Беларусь. И тем самым я очень рад, что этот фильм он на доступном для детей языке. И это им будет давать возможность четко понимать, узнавать что-то новое, что, возможно, где-то они не ухватили. Тем самым будет влиять на их патриотизм, на их воспитание и внутреннее ощущение того, что они являются патриотом такой прекрасной страны, как Беларусь. Это самое эмоциями описывают, то фильм светлый такой. Светлое такое впечатление. Он не тяжелый, он не затянутый. Очень простыми, доступными словами рассказано об очень серьезных вещах. Наверное, этот фильм нужно показывать молодежи, наверное, больше даже рабочей молодежи, потому что школьникам-то и так на классных часах все рассказывают, они, наверное, на подкорочке откладываются. А вот рабочая молодежь уже кое-что забывает. Может, кто-то чего-то не помнит, может, кто-то, знаете, даже и не знал. Но вообще так интересно, познавательно, легко, доступно, стильно, модно, молодежно, как говорится. Молодежь – основной зритель, но не единственный. Фильм заставляет задуматься о важном для каждого, независимо от возраста. Так как рассказано, про, допустим, про герб тот же и про флаг, и ну, символику, и гимн, допустим. Это, ну, интересно, это история. Это наша история, современная история. Она, конечно, переплетается с советской историей, которую тоже не выкинешь, что называется. Как один сказал из тех, который там давал интервью, ну, это было, этого не выкинешь. Поэтому это нормальная история и Великая Отечественная война, которая ну, довольно-таки много жизни внесла с белорусов. Это заставляет задуматься. И тот же красный цвет, который символ как бы, пролитой крови, которая была пролита не только за время Великой Отечественной, а и за многие годы. И что интересно заметить, ну, обычно кто к нам, как говорится, с мечом приходил, тот от меча этого и погибал. То есть ну, не было такого, чтобы мы не выиграли, поэтому это довольно интересно. Ну и природа, конечно, белорусская, которая и зеленый цвет символизирует, и тот же орнамент, это тот же, как говорится, культурный код, который, ну, идентификация белорусов. Увидеть культурный код можно будет до 22 сентября. Картина будет показана не только в кинотеатре, но и на информационных часах в школах. Национальный банк Республики Беларусь и Ассоциация белорусских банков предупреждают об участившихся случаях телефонного мошенничества. Вас беспокоит из банка. Деньги на вашем счету под угрозой. Что мне делать? Сейчас пришлю ссылку. Нужно установить на телефон программу, которая обезопасит ваши деньги. Это мошенники, а по ссылке вредоносные программы удаленного доступа, с помощью которых они похищают деньги с банковских счетов. Не устанавливайте никаких приложений и программ по просьбе лиц, которые звонят по телефону и представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов и других учреждений. Будьте бдительны, берегите себя и свои деньги. А завершить сегодняшнюю программу хочется хорошей новостью из мира спорта. Для ФК «Островец» удачной игрой завершился 23-й тур первой лиги чемпионата Беларуси по футболу. Подробности в нашем видеообзоре. Для зелено-белых это была важная выездная игра в лиге. После двух подряд разгромных поражений команда просто нуждалась в победе. Кроме весомого мотива в пользу островчан и класс соперника. Да, он был хозяином матча, но гораздо ниже по турнирной таблице. Словом, личан можно было обыгрывать, и у гостей из Атомграда это получилось. Единственным, но очень красивым голом на 56-й минуте отличился Максим Лотыш. Полузащитник мощным и точным ударом из линии штрафной вколотил мяч в сетку. Победа хоть и с минимальным счетом, но островчане вернулись домой с так необходимыми тремя очками. По результатам тура команда располагается на 8-м месте. В воскресенье подопечные Юрия Коротая дома встретятся с клубом из Орши. Таким был твой стресс сегодня. Посмотреть передачу можно также на нашем YouTube-канале, на официальном сайте и в социальных сетях газеты «Островецкая правда». С вами я был Дмитрий Королевич. Всего доброго.